Кыргызстан своими силами начал разрабатывать месторождение Мироновское в Кеминском районе. Оно расположено на высоте в 1500 метров над уровнем моря. Здесь имеются залежи золота, меди, серебра, висмута и свинца. Урсат, кагаздарын алдык, проекти жазып чыктык. Меньше чем за год мы получили разрешение, составили проект и уже построили 15 километров дорог и 11 мостов. Данное месторождение является комплексным, так как здесь имеются такие полезные ископаемые, как золото, серебро, медь и другие элементы. Общая сумма инвестиций составила 350 миллионов сомов. На первом этапе мы потратили около 70 миллионов сомов. По данным главы горнорудной компании, планируется добывать 200 тысяч тонн руды и производить 15 тысяч тонн коллективного концентрата в год. Еще 2012 году был определен запас полезных ископаемых на Мироновском месторождении. Например, запас золота составляет примерно 2600 килограммов, запас меди более 23 тысяч тонн, висмута более 1000 тонн, а серебра 76 тысяч килограммов. Сегодня же определено, что запасы в разы больше. Отметим, что добыча полезных ископаемых будет выполняться в шахтах. Например, на участке Штольный руду станут добывать на глубине более 1000 метров. Как добывается руда? Сперва на склоне холма производят взрыв. Далее руда добывается с помощью специального оборудования. Никаких хвостохранилищ в планах нет. Далее вся руда отправляется в Карабалту, где уже и будут получены драгметаллы. Если рудник заработает, будет создано до 250 рабочих мест, из них 200 будут рабочими, а 50 – руководящим и инженерно-техническим персоналом. Если Мироновское месторождение начнут разрабатывать, в госказну начнут поступать ежегодные налоговые платежи – до 500 миллионов сомов в год. По оценкам, запасы на руднике Мироновское составляют 10 тонн золота, 250 тонн серебра, 80 тысяч тонн меди и 8 тысяч тонн висмута. Эрмек Куренкеев, Бекзат Машрапов, ЛТР, Чуйская область.